Ты как никто другой, оставаясь наедине с самим собой, понимаешь, что пережитое насилие в детстве, будь то физическое, эмоциональное или бытовое, оказывает серьезное воздействие на всю твою жизнь. Ты живешь изолированно, избегаешь общения и стремишься скрыть свои истинные чувства. По справедливой причине ты можешь считать, что лучше быть в одиночестве, чем вновь переживать боль и предательство. Твое благополучие может зависеть от того, кто тебя окружает и как к тебе относятся другие. Ты избегаешь конфликта любой ценой, даже если это идет вразрез с твоими интересами. Подавление эмоций погружает тебя все глубже и глубже в хроническую апатию. Меня зовут Сергей Ефремов. Я сертифицированный гипнотерапевт, регрессолог и специалист по нейролингвистическому программированию. Моя специализация – работа с подсознательными программами и травмирующими убеждениями. Моей целью будет помочь тебе восстановить уважение к себе, начать действовать независимо от мнения окружающих и создать вокруг себя мир, который ты действительно заслуживаешь, который по праву принадлежит тебе. Важно помнить, что твое тяжелое состояние на 100% исправимо. Если ты готов к переменам, я жду тебя на своей бесплатной консультации.